Всем привет. Начало через 10 минут, пока можно себе приготовить чай, кофе или другие напитки для расширения сознания. И начнем. Так, я вас размутил, можно попробовать микрофоны. Добрый день. Добрый день, слышно отлично. Люди потихонечку прибавляются. Сергей, у вас что-то с микрофоном?
Первая часть у нас будет сегодня по CSS, селекторы, работа с макетом еще раз. А вторая часть по JavaScript. Что-то у меня звука нет. Или это все молчат? Проверка. Не, у меня то же самое. Пока все молчат. А, значит, есть звук. Но напомнила фильм «И тишина, и только вдоль дороги мертвые с косами стоят». Ну что, я жду время, остальные ждут меня, поэтому все и молчат. Ну, раз время пришло, молчание золото, но будем работать. Итак, селекторы. Возвратимся к ним и посмотрим, что у нас есть, как они работают. Сегодня мы продолжим работу с вот этим вот макетом. Ссылочку на которую вам скидывали. Кто захотел, скачал. Пойдем дальше по секциям Experience, Education. И посмотрим, что мы можем с ними сделать. Итак, селекторы. У нас есть простые селекторы. Это тег. Это класс. Что еще? Это ID. Не буду рассказывать.
растрачивать место. Кроме того, к простым селекторам можно спокойно отнести селекторы по атрибутам. Буду сокращать немножко. Такие тоже есть. Причем тут разные вариации на наличие атрибута, на значение атрибута и так далее. Ну, для чего могут понадобиться селекторы по атрибутам? Например, у нас есть input, как тег. Но инпутов у нас есть множество. И email, и текст, и password, и так далее. И мы смело можем вот так вот написать. Либо вообще не только для input type submit, а и button type submit бывает. Поэтому можем оставить вот такой вот селектор. Это все простые селекторы. Они состоят из одного элемента. Так, давайте посмотрим на вот эти вот наши скиллы и поработаем пока с ними. Потом пойдем дальше. По верстке, по разметке у нас все это дело ли skills item. Я им позадаю дополнительные классы, и мы посмотрим, как с ними можно работать. Так, здесь сохранили. Итак, у нас skill item с черным бордером. Первый из вариантов сложного селектора – это вот такой двойной класс. Да, там без пробелов. А пусть будет. Что мы видим? Фон у первого элемента, как мы и задали, аквамарина. Все ли понимают вот этот вот селектор в 147 строчке? Поднимите руку, кому непонятно. Так, у нас есть вопросы. Сейчас мы их отдельно. Да, понятно, отлично. Все. То есть это элемент, у которого два класса одновременно. С этим все просто. Следующий селектор, селектор вложенного, ну или в принципе можно дочернего элемента. Читаем справа налево. Элемент с классом skills title, который находится где-то внутри first skill. Все сработало, все отлично. Если мы напишем в данном случае вот такую вот угловую правую скобочку, вложенный селектор, у нас в принципе ничего не изменится. Потому как skills title у нас как раз вложенность первого порядка. Давайте посмотрим про вес селекторов и как он отличается. У нас как раз тут все написано. У тега какой вес?
ну, или специфичность, да, можно встретить. Что мне возле тега написать? Давайте вспоминать вместе. Единицу, отлично. У класса 10, да? Ну, сюда классы, псевдоклассы. Все это есть в документации. У айдишника 100. Селектор по атрибуту. Куда мы его? Неужели 1000? Не. Не 1000 точно. Давайте посмотрим. Я сейчас сделаю кое-что другое. Давайте посмотрим. Даже выделю их отдельно. У нас есть два селектора. Первый – два класса. Второй – класс и атрибут. Класс у нас с весом 10. Давайте посмотрим, что же получилось в итоге нам, в нашей страничке. Зеленый. Интересно. То есть вроде бы как больше. Ну, давайте попробуем наоборот. Синий. То есть в принципе и не меньше. Значит равнозначный. Совершенно верно. Атрибуты тоже десяточка. Я прошу прощения, а в каких единицах измерения это все? Условных. Это все условные единицы. Ну, я бы так сказал, просто условная порядковая единица. То есть тут единица нет... важности, будем так говорить. Да, да, да. Ну, даже не единица, а порядок важности. Первый порядок, второго порядка, третьего порядка. Ну, потому что количество цифр увеличивается. Для чего нам все это дело знать? Браузеру вообще плевать, какой здесь вес, если честно. Вот ему до одного места. Ну, сложный там, тяжелый, не тяжелый, ему все равно. Ну, если брать отдельно. Ему не все равно, когда он пытается сравнивать два селектора. То есть только для того, чтобы мы и браузер понимали, а какой из стилей применять. Вот только для этого нужен вес селектора. Все остальное, как хотите, так и делайте. Естественно, браузеру будет легче, если вы будете пользоваться простыми селекторами. Ему не нужно будет долго думать и искать skills item, потом находить, что он после какого-то другого skills item и так далее. Чем проще селекторы, тем лучше. Но вот этот весь вес селекторов нужен для того, чтобы мы с вами понимали, а какой у нас применится стиль, верхний или нижний. И почему. Чтобы не было путаницы. С этим понятно? С весами разобрались? Хорошо, давайте дальше. Какой вес у этого селектора? И вообще, что я здесь написал? Тут десятка, потому что здесь применяется к элементам, у которых есть
класс first skill и к элементам, у которых есть класс second skill. То есть это через запятую, поэтому там десятка. Да, совершенно. Не, ну так, вот как раз 10. И я бы даже сказал, тут два селектора, у которых по 10. Но ну нельзя, ну да, два селектора, у каждого по 10, но в итоге 10 каждому. Да, совершенно верно. 10 каждому, никак не 20. Ни меньше, ни больше. Если мы пишем селекторы через запятую, что это означает? Это означает, что нам было лень писать два раза вот такие вот записи. И мы решили себя упростить написание. Сказать, что и для одного, и для второго у нас будет вот такая, такие свойства применяться. Ни в коем случае это не сложение весов. Не, это не... Вы можете тут... до чего угодно написать, и вот эти все веса, они не будут складываться. Это просто мы через запятую говорим и для этого, и отдельно для этого, и отдельно для этого. Фактически вот здесь два селектора по 10. И не стоит пугаться таких записей, иногда они очень полезны, чтобы сэкономить место в коде. И писать более компактно. С этим понятно. Поднимите руку, кому понятно вот сейчас. Есть, вижу, многие. Хорошо, ну надеюсь, все недоразумения и недопонимания мы сняли. Посмотрим, что у нас получилось. А ничего не получилось. А 700 сработает. 700 сработает. Так бывает, когда шрифт не подключен нужно. Не все работает. Так, ну с селекторами мы еще поработаем. Куда без них? Photoshop. Кому еще очень интересно команды в Photoshop? Я знаю, что интересно людям, просто хотелось бы узнать, сколько вас среди собравшихся. Ага, хорошо, отличненько. Ну, остальные вспомнят. Что самое главное в Photoshop? Что нам нужно как фронтенд разработчикам, да, и там, минимум верстальщику, что нужно знать о фотошопе. Нам не нужно знать, как рисовать, нас это вообще не интересует, или как создавать. На это есть дизайнер. Я сам не рисую, не рисовал, и не могу, и не буду. И даже не интересно учиться. Я никогда не создам в фотошопе что-то вау, сверхъестественное. Но интересно получить оттуда информацию. Всем видно? Так, видно, да, все, смотрите. Самое главное, вот здесь вот стрелочка, я на нее сейчас навел, слева, видите, крестик, инструмент перемещения. Это инструмент для выделения большинства элементов. Вот я выделяю, и мне нажимаю, вернее, на объект, на картинку, и мне сразу выделяется слой, на котором она лежит. Чтобы выделялась не только картинка, еще и слой, вот здесь вот сверху есть такое поле «Автовыбор». Мы можем выбирать группу и слой. Ставим галочку «Автовыбор», «Слой». Это означает, что при пользовании инструмента вот этим вот крестиком, перемещением, видите, возле моего курсора крестик вот такой вот появился. При выделении этим инструментом любого элемента макета будет сразу же выделяться слой, на котором он находится. То есть видим слой,
Там выделили текст, вот текстовый слой с буковкой Т. Тут все просто. Увидели мы слой, мы можем получить по нему информацию, по элементу. Вот такой вот значок А или окошко символа – это работа со шрифтами. Оно не всегда есть сразу. Его можно получить, если мы зайдем в раздел «Окно» и вот здесь вот выберем символ. То есть видите, я давайте вот так вот сделаю. Открыл, закрыл. Это все дело перемещается. Можем его тягать как угодно. На текстовом слое с помощью окна символ мы можем получить информацию про текст. Ну, допустим, кегль или font size 60 пикселей. Вот это вот line height, высота строки или интерлиньяж, да, может быть. Вот такие вот умные слова тоже приходится запоминать. Кегль, интерлиньяж, это все дизайнерские названия тех самых делов, которые у нас в верстке называются размер шрифта или font size и line height, высота строки. Вернее, расстояние между двумя строками. Сам шрифт и его начертание, bold. Цвет отсюда же. Иногда вот здесь вот трекинг для выделенных символов, то есть межбуквенное расстояние. Вот это вот VA, это letter spacing. Вдруг кому понадобится. Остальное, в принципе, всегда, вернее, никогда почти не трогаю. Мне это неинтересно, там, ширину букв или еще как-то так. Нормальные дизайнеры, хорошие, стараются не деформировать сам шрифт. Иначе вы никогда такого не добьетесь. Как получить с фотошопа текст? Если это короткий текст, то чаще всего он в названии слоя. То есть я выделил текст вот здесь в центре на макете. Справа перехожу на слой, два раза левой кнопкой, вот у меня текст, я его могу скопировать, вырезать, копировать, удалить и так далее. Скопировали, вставили. Если это какой-то большой блок с текстом, вот здесь вот, я навожу, но в названии слоя все не влазит. Чего делать? Слева на панельке есть буква Т, инструмент выделения или создания текста. Создание, редактирование текста. У меня изменился курсор. Здесь самое важное – это не промазать. Потому что если вы промазали, вы начинаете создавать текст. Если вы попали, вам говорят, ну, у меня нет на компьютере нужного шрифта, будет произведена замена. Меня сейчас шрифт не волнует, меня волнует текст. Нажимаю ОК, и я теперь вот эту вот надпись могу спокойно скопировать. Опять же, копировать, вставить и так далее. Выйти из режима редактирования лучше всего через кнопочку Escape. Тогда все не сбиваются настройки шрифтов. Большой блок с текстом. Опять же, выделяем, ОК. Можно мышкой выделить, можно Ctrl-A выделить все. Дальше копируем, вырезаем, что хотим. Escape-ом вышли, все осталось на месте. Как понять, что ты не промазал? Если вы сейчас внимательно посмотрите за моим курсором, на пустом месте вокруг него такая вот обводочка, рамка квадратная пунктиром, прямоугольная. Если я навожу на текст, рамка пропадает. То есть на пустом месте рамка есть. Если вы попали, навели на текст, не промазали мимо, рамки нет. Дальше только ваша внимательность. Возвращаемся к
инструменту перемещения или стрелочка. Картинки. Что делать с ними? В фотошопе до 2017 года, вот, я покажу справочку, у меня о программе Photoshop CC, Creative Cloud. До версии CC был обычный Photoshop, там 16, 15, что-то там. Там совсем была беда со скачиванием картинок из макетов. Поднимите руку, у кого старый Photoshop. Нужно ли мне это показывать? Я понимаю, что не у всех есть новый. Есть, да? Хорошо. Итак, в старом Photoshop что нужно было сделать? Убедиться, что ты попал на слой с картинками. Видите, у меня здесь две картинки. Что делать, если две? Пытаться их сохранить отдельно или и потом как-то подставлять, ну, совсем неудобно. В этом случае я точно знаю, что эти картинки будут вот так вот находиться вдвоем в одном месте и так далее. Было бы неплохо из них сделать одну. Так, берем один слой. Зажимаем Ctrl, выделяем второй слой. Вот у меня два слоя выделены. Ну, в принципе, как и во многих программах Windows и так далее. То есть выделение нескольких элементов возможно. Выделил два слоя правой кнопкой. Вызывается контекстное меню. Быстрый экспорт, ну, это в новом Photoshop, мне не нужен, потому что это две картинки, два раза сохранять неинтересно. Я могу преобразовать в смарт-объект. Вот они теперь стали одной картинкой. Опять же возвращаемся к версии старого Photoshop. В старом Photoshop вот этого всего нет. Экспорт, быстрый экспорт. Там есть дубликат слоя. Создаем дубликат слоя. В новом документе, можно ничего не называть, это все временное. В новом документе мы создали дубликат слоя. Как видите, вот вся эта сцена осталась та же. Да, если я увеличу, вот она картинка где-то тут есть. Как избавиться от вот этого лишнего полотна? Опять же идем в меню инструментов. Вот тут четвертым по счету быстрое выделение. Если мы нажмем сюда правой кнопкой мыши, вылезет вот такая вот менюшка, где мы можем выбрать волшебную палочку. Палочка действительно волшебная. Выделяет объединенное пространство. Одного цвета или пустое пространство. Вот. Я нажимаю на пустом месте. У меня выделилось все и в центре что-то вот тут. То есть сейчас у меня выделилось все, кроме картинки. Теперь, чтобы выделить только картинку, я делаю следующее. Нажимаю вот здесь вот на полотне правой кнопкой. Инверсия выделенной области. Теперь у меня выделена только картинка. Отлично. И можно это все дело зайти в меню изображения и кадрировать. Отлично. Переходим в инструмент выделения. Ctrl плюс, Ctrl минус, увеличение, уменьшение. То есть вот у нас осталась картинка. Почему здесь пространство намного больше? Тут еще идет тень. Вот картинки, мы ее с собой захватили. Вот, хотите, можете вырезать без тени. Мы сохраним, или вот второй инструмент выделения. Можем выделить меньшую область уже вручную и кадрировать здесь. То есть вот у нас такая вот
картинка получается. Дальше файл, сохранить как, и сохраняем. Сохраняем как что? В каком формате лучше сохранить? Давайте посмотрим. У нас из известных, вот он JPEG. Есть JPEG 2000 какой-то. Есть PNG, BMP, GIF-ка. В каком формате лучше сохранить вот такую картинку? Кто подскажет? PNG. 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 Почему? По-моему, места она меньше занимает. А также, если я не ошибаюсь, там будет прозрачный фон. А в JPG фон не будет прозрачный, он будет на белом фоне. Да. Это в первую очередь на что нужно смотреть. Нужна ли нам прозрачность или нет. Давайте посмотрим немножко с другой стороны. Я выберу. Ну, то есть дальше мы сохраняем это в старом варианте. Сейчас я выберу современный вариант экспортировать как. И тут мы посмотрим, ну, кроме того, что сохраняется прозрачность, сколько места оно у нас будет занимать. Итак, PNG картинка 5,6 килобайт. Если я выбираю JPEG 6,2, GIF-ка, ну тут совсем 2,9. Но опять же без прозрачности. То есть видите, тень залилась белым. SVG-шка 7,6. Так как нам, ну, SVG тоже могли бы взять и вставить как inline, но нам подходит PNG. Нажимаем экспортировать. Выбираем куда. Все есть. Давайте, наверное, переименую чуть-чуть картинку. Это у нас будет Experience 2. Ну и для закрепления делаем то же самое с остальными. Преобразовываем Smart объект. Быстрый экспорт PNG. Указали куда. И третью. Все, у нас все есть. Все три картинки. В принципе, больше вам из манипуляций здесь не нужно ничего. Как получить текст, мы знаем уже. Вот есть окошко для текста. Как получить картинку, знаем. Чего еще можно здесь хитрить, если у нас там текстовые или не картинка, а именно графика. Ну, пипетка вот здесь слева. Получить цвет. И правой кнопкой на слое можно копировать CSS. Как получить фон? Фон чаще либо пипетка, либо у вас картинка фоном. То есть вот пипеткой выбрали, слева пипетка, левой кнопкой нажали, у нас вот здесь появился цвет. Справа вверху в палитре посмотрели цвет. Так, секция Experience. Давайте ее заверстаем.
У нас там был класс section, да. Опять же, смотрим. Вот эти вот направляющие синие линии. Ну, конечно, вопрос по фотошопу можно. А, все, вы, наверное, начали отвечать на него. Я как раз хотел уточнить, как вы включаете эту сетку. Да, сейчас, смотрите. Вот эти вот направляющие помогают и нам, и дизайнеру, да, как-то расставить по сеточке. Ну, по колоночкам и так далее. Чаще всего это 12-колоночная. И здесь неважно, к какому оно относится, не относится. Как ее включить-выключить? Ctrl-H. Или Ctrl-J. Ну, J это буква G. На английской раскладке Ctrl-H, либо Ctrl-Z. Давайте так, Ctrl-J мне привычнее говорить, потому что она там одна такая. Ctrl-J или Ctrl-H. Включает и выключает нашу сетку. То есть иногда удобно с сеткой, иногда удобно без сетки, смотря с чем мы работаем. Если я хочу с текстом поработать, то сетка мне может вот в таком формате мешать, я могу выделять сетку. Поэтому иногда им удобнее отключить и работать с текстом. Если мы смотрим, а сколько же должен занимать каждый элемент, мы включаем сетку. Ну и тут уже вот там, где пипетка, есть такой интересный инструмент линейка, да, которым мы можем, в принципе, померить все это дело, посмотреть, сколько оно должно или не должно по размерам. Так, у нас есть контейнер. Я ленивый, я скопирую section title. Так, здесь у нас experience. Давайте здесь обойдемся без списка. Я не говорю, что это плохо, так можно. И сделаем немножко по-другому. У нас будет фигуры. Дальше. Так, что у нас здесь? У нас идет дата. То есть будет блок с текстом. В этот блок у нас заходит дата, должность, да, и фирма. С английским у меня туго, поэтому пусть будет вакансия. И тут назовем компания. Собственно, вот и таких вот вещей у нас будет 3 штучки. Вроде как все. Чего нам здесь не хватает? Если я нажимаю Ctrl и навожу на элемент, видите, идут расстояния. То есть между... Но опять же, это расстояние от всей картинки. Нас они не всегда интересуют. Поэтому чаще всего правильнее померить вот так. Ну, сейчас посмотрим. Давайте заполнять потихонечку. Image exp1.
Есть. Чего мы еще обязательно должны сделать? Мы обязательно должны задать размеры всему этому делу. Давайте посмотрим, каких размеров. 118 на 118. Скажите, пожалуйста, что значит тег фигура? Вот это вот. Тег фигура – это семантический тег для картинки и описания для нее. Даже вот тут вот я их правильнее было бы написать fig caption. Вот, это что-то новое, мы такое не учили. Нет, вам же не будут рассказывать все. У вас есть ссылки на документацию, где вы можете все это посмотреть. То, что вы не учили, я вам показываю. Просто запоминайте, что оно есть. И что можно так делать. Количество колонок зависит от макета? Да, совершенно верно. Как нарисовано в макете, ну, или как разграничено в макете, так вы и будете верстать. Вот в данном случае у нас три элемента. Они располагаются равномерно по всей сетке. Я точно могу сказать, что каждый из них занимает 33,3. Да? То есть ровно третью часть. По колоночкам я даже считать не буду. Здесь 12 колонок. Итого каждый занимает 4 колонки. Вернемся к HTML. Фигура. Это семантический тег для представления картинки и описания к ней. Сюда входят картинки, графики, рисунки. То есть вот такие вещи. Залезьте в документацию, почитайте. По-моему, в разделе семантики как раз фигура была. То, что ее не совсем часто используют, ну, это такое дело. Так, ширина, высота, которая обязательно. Чтобы у нас потом в процессе ничего не вылетало из верстки. И добавим здесь картинки image x2. А почему мы стили, ну вот размер инлайном делаем? Это так тоже, ну, типа размеры принято, это да? Инлайн стили. Пересмотрите, пожалуйста, прошлые вебинары субботние. Это атрибуты. Такие же атрибуты, как SRC Alt Class, это атрибуты у картинки. Они не обязательны вообще, но я рекомендую их ставить всем картинкам, которые у вас через Tag Image заносятся. Это не inline стили, это атрибуты. Они вполне законны. Тут пишутся пиксели, но без самих букв PX. И да, так вполне законно делать. Это нормально. Мы ничего не нарушаем, никаких инлайновых стилей нет. Атрибута style у меня же здесь нет, правильно? Правильно. Значит, все честно. Так делать можно. Так, давайте смотреть по первому. Так, вот наша дата. Ну, по-хорошему, конечно, я бы здесь не писал вакансия, а на серьезном проекте я бы залез в Google Translate и перевел бы для себя и написал бы нормальный класс. Position. Например. Ну, не знаю. Ну, опять же, я сейчас не хочу забирать время, чтобы перевести, но так, у нас тут немножко мы вот так вот надо делать, чтобы все у нас сработало правильно. То есть раз мы уже начали правильно именовать и покажем, что это часть нашего experience item,
Пусть будет вот так. Так, есть. Ну, давайте смотреть. X по item. Так, давайте я ниже начну. Поднимите руки, кто зашел уже дальше, чем флоты. То есть display flex, grid и так далее. Могу ли я это использовать? Ага, людей не так много. Кто остановился на флотах? Просто позабывали уже все. Я понял. Хорошо, так все-таки все, можно. Все это проходилось, просто оно забылось уже успешно. Не, я знаю точно, не все же группы еще дошли. Поэтому... Ну, FM6 то точно прошла. Ну вот, вы же учитываете, что у нас по нескольким группам одновременно эти субботы занятия. Хорошо. Ну, я думаю, лишним никому не будет. Давайте начну с простого, потом пойдем дальше. Причем на одних и тех же. Inline-блоки пусть будет. Чтобы все это у нас было по центру, да, ну то есть если у нас два элемента, мы хотим, чтобы они по центру выравнивались, то законно будет написать вот такую вот штуку. Еще одно замечание. Я уже говорил на предыдущих занятиях, еще раз повторюсь, разделяйте структурные и семантические вещи. Секция у нас выделяет отдельный смысловой блок в макете. То есть словом section мы выделили вот эту вот секцию по смыслу. Контейнер у нас всего лишь ограничивает ширину контента внутри. Кроме, ну, то есть это структура. Смысла как такового он не передает. Многие написали бы класс контейнер в section. Оно вроде и правильно, но лучше разделять. Да, у вас будет еще один div, но div он бессмысленный тег. В том плане, что у него нет какого-то определенного назначения. И читалки, поисковики его просто проигнорируют. Но зато у вас будет четкое разделение смысла и структуры. И в дальнейшем это все удобнее изменять, редактировать, расширять и так далее. Так, text-align-center. Все, что я хотел, чтобы это дело было по центру. Давайте смотреть. Вот они по центру есть. Так как у нас inline блок, а мы с вами говорили уже, что inline блоку обязательно указывать vertical align, чтобы не было недоразумений. Вот теперь есть и все остальное. Так, не нравится, что у нас не заполнены остальные, они как-то кривовато выглядят. Мы их быстренько. Вы сейчас тоже можете попробовать все это дело. Если вы не верстаете. Что касается фотошопа, возник вопрос сегодня буквально, что PSDH, вот тот самый PSDH, в нем нельзя скрыть слой. Да, допустим, если вот у меня есть слой с сеткой, то в PSDH его нельзя скрыть. Там неудобно редактировать и так далее. У самого фотошопа есть лицензия, но мы же с вами в 2020 живем, про торренты уже все давно знают. Я ни в коем случае не рекламирую какую-то пиратскую продукцию, но дальше вы поняли. Вы знаете, что делать. Я уже сделал. Ну, раз... Раз такое дело, как бы в разговор зашел, то есть такая программа Avocode. И там оно, ну, как бы все вообще, да. все быстрее. Можно и в Avocode, но там, по-моему, тоже ограничение по функционалу, она полуплатная.
Да, там на неделю только бесплатно, дальше требуют, то есть надо каждую неделю создавать новый email, что, ну. Но это просто нужно повнимательнее поискать решение этой проблемы Ну, и так же, как и строитель. с Photoshop. Совершенно верно, просто удобство совершенно другое. Там как бы все быстрее намного. Она встроена, она как бы заточена специально для верстки и дизайна. Ну, как бы, а Photoshop имеет этот функционал, ну как бы как побочный эффект. То есть Можно как той бы же фирмой дополнительно к... пользоваться. Можно пользоваться Ну. чем угодно. Ну, мы просто сейчас обсуждаем варианты. Авокод, фигма, там вообще ничего не надо. Там все внутри. И слои скрывать можно, перетягивать. Ну, фигма онлайн, да, там, допустим. Photoshop у вас всегда есть в наличии. Авокод тоже у него, видите, свои проблемки какие-то. Ну, везде можно найти решение. Главное знать, что такие решения возможны. А дальше. Так, у нас есть в ряд, что мы им еще хотим задать. 33%. Ой, не вылезло. Давайте 32%. Тоже не влезло. Почему не влезло, все понимают? Там же еще мы, наверное, дисплей этот Инлайн-бокс. боксайдинг. Боксайзинг есть еще с прошлого раза. Боксайзинг у нас есть. Все работает. Бордербокс. Бордер Либо бокс. марджины, либо паддинги, либо есть пробел в коде Есть, HTML. конечно, То есть... пробел в коде. Ну, давайте посмотрим. У нас что идет? У фигуры, что мы не учли, у фигурки, видите, маржин свой. Да. Вот. Вот его мы и не учли. Великоват. Нет, на самом деле для тега фигуры это нормальное явление, скажем так, чтобы отступить друг от друга и так далее. Когда идет картинка и описание в книжке в любой, вокруг нее есть пространство, чтобы оно не сливалось. И это правильно. Но в нашем случае мы просто его обнулим. И тогда у нас 33% должно, да, все окей. Расстояние от названия experience ниже мы указали еще с прошлого раза, когда скиллы делали. Размеры картинки указали, сейчас стили для названий. Вот тут вот я как раз и воспользуюсь этим самым хаком. Копируем CSS, удаляем лишнее, font size 18, font family роботов. Сегодня вот абсолют из индекса мы удаляем, lionhead тоже удаляем, цвет черный по умолчанию, нам нужно робота. Робота мы еще не подключали. Давайте зайдем на Google Fonts и подключим нам робота шрифт. Окей, вот он есть. Они изменили интерфейсик. Очень отлично. Давайте что, посмотрим по макету, какие у нас тонкости здесь есть. Так, это regular, это вообще другой шрифт. Myriad, Poppins, роботу. Вот сразу могу сказать, что дизайнер сделал плохо, потому что используются 4 шрифта разных в одном куске макета. Ладно. Жестоко. Согласен. Не будем
Ладно, подключим только робота и посмотрим. Раз мы уже залезли на Google Fonts, робота 400, этот выбрали. Ну и давайте выберем все. Не все понадобится в макете. Чаще всего вы должны выбирать только то, что у вас в макете. То есть ни больше, ни меньше. Допустим, если у меня... А зачем нам выбирать несколько шрифтов, если мы можем, ну, типа, выбрать просто regular и его, как бы, ну, на него накладываем bold? Ну, не может. Просто... Нельзя так? Если вы, вот я сейчас объясню, почему. Если вы... Если вы выбираете вот здесь только regular и даже не regular, и даже italic делаете насильно, в чем разница? Вот здесь вот regular italic, внутри файла шрифта четко отрисовано, как должна выглядеть наклонная буква. Если вы выбираете только regular и пытаетесь его насильно сделать жирным, идет деформация шрифта. То есть не натуральная отрисовка жирного и италик, а деформация. И он может выглядеть не так, как нужно. Поэтому вы обязаны подключать все жирности и наклонность, которые у вас есть в макете, чтобы шрифт выглядел именно так, как нужно по макету. Еще очень неплохо было бы указывать три варианта шрифтов. Я понимаю, что на Google Fonts этого нет, но очень правильно. Почему? Вы берете ваш шрифт, если он есть, он применяется. Если не применяется, вы указываете безопасный шрифт. То есть тот, который точно есть на устройстве. А это Arial, Times New Roman, вот эти вот все, которые по умолчанию идут во всех устройствах. И если по какой-то причине и второй не успел сработать, только тогда браузер будет выбирать один подходящий из целого семейства. Вот в таком порядке оно будет работать. Поэтому правильнее, конечно, можно ограничиться двумя, робота и sans serif, но желательно еще и указать и Arial. Да, тут уже в кавычках, без кавычек, это такое дело. Раз у нас робота в кавычках, давайте и Arial в кавычках возьмем. По шрифтам понятно, да? Вот у нас подключается CSS. Confirm или робота, выбрано italic, показано какой weight, ну вес выбран, и свойство display swap. Вы можете столкнуться с сайтами, где этого свойства при подключении нет. Это свойство display swap появилось не так давно, оно позволяет оптимизировать загрузку скриптов, шрифтов. То есть поведение шрифта во время ее загрузки. Более подробно почитайте, если вы через FontFace пишете шрифт, подключайте себе в свой CSS, да, своим CSS, пишите display swap для фонта. Так шрифт будет отрисовываться оптимально. Не другой, не как-то по-другому, вернее, по-другому оптимально. Вот. Мы могли, конечно, мы могли где-нибудь сверху через импорт вот здесь сделать. Могли же, да? Или нет? Удобнее так делать или нет? Кто скажет? Никто. Хорошо. Поднимите руку. Кто знает ответ на вопрос,
почему так не надо делать никогда? Ух ты, как один человек из 43. Есть варианты у остальных? Мне даже предположить нечего, честно. Но мы всегда линки, ссылки размещаем, как правило, в HTML. Это, да, вопрос. Так можно, в принципе, импорт сработает. Это, я думаю, всем понятно. То есть, если Google предлагает, значит, это рабочий вариант. То есть, так можно делать. Вопрос, почему так не нужно делать никогда? Причем не только со шрифтами, а и с другими CSS. Я сейчас только про чистый CSS. Вот импорт в чистом CSS никогда делать не нужно. Есть варианты, почему? Ну да, я же говорю, все ссылки должны быть в одном месте. Ну, в там, ну, для нет, этого есть. Не только нет, мы можем сделать, оно сработает. Я могу показать. Не, ну оно сработает, но у тебя как бы будут внешние ссылки, которые подключаются, они будут раскиданы по разным местам. Что... А зачем нам CSS? Мы подключили CSS в CSS. Я могу аргументировать, почему импорт. Мы подключаем CSS. CSS должен быть в одном месте. Вот мы его через импорт и подключили. Но внешние это ресурсы, которые подтягиваются при загрузке страницы. Желательно, чтобы лежали в одном месте, в шапке HTML, а не так в CSS. CSS в шапке находится. С этим даже ваша версия все окей. Важен порядок подключения, да, подключения стилей на странице. Порядок подключения сохраняется. Мы сверху импорт написали. Потому что изначально грузится HTML. Ну, как бы да. Какой вариант тут к стилям? Почти. Возможно, это будет загружено гораздо позже, чем как бы другие внешние ссылки. И это может сказаться на отображении текста страницы. Не может. У нас CSS начинает грузиться сверху вниз, правильно? Вот вы почти попали, ну, почти, скажем, каждый был на чуть-чуть, почти у цели. Штука в чем? Стили читаются сверху вниз. То есть вот этот импорт загрузится перед тем, как все остальные стили. И в этом есть проблема. Если мы указываем линком, давайте я оставлю, но закомментирую. Если мы указываем линком, то начинает грузиться этот, начинает грузиться этот. По чуть-чуть. Потому что HTML грузится весь. Если мы указываем в импорте, то вот на этом месте файл style CSS остановит свою загрузку или чтение. То есть браузер на этом месте остановится и будет ждать, пока не загрузятся шрифты. И только потом он пойдет читать style CSS. Это намного во времени увеличивает загрузку всего сайта. Поэтому так делать можно, но не нужно. Чем ближе вы к финальному проекту, тем я бы вам рекомендовал понимать, а почему мы вот с каждым элементом делаем то или другое. То есть не только мы должны писать линк. Но мы же можем писать импорт? Можем. И я бы вам рекомендовал стараться искать в интернете вопросы, ответы на вопросы, а почему так или почему не так. С шрифтами разобрались. Все подключили, давайте посмотрим. Что у нас вышло? Вышло вроде неплохо. Какие-то стили подключили. Давайте с остальным разберемся. И по части верстки, если у кого есть вопросы, можете по чуть-чуть подготавливать. У нас тут осталось пару элементов стилизовать, и все, и мы закончили.
я не буду подключать вот этот шрифт, потому что его может и не быть. Я подключу просто serif, ну, семейство. Оно плюс-минус такое же. Так, и здесь у нас... Сейчас расскажу локально шрифт или скачивать. Ну, вернее, смотрите, какая история со шрифтами. Если у вас шрифт в макете, вернее, наоборот, если нужный вам шрифт, существует на Google Fonts. Вот, да. Если нужный шрифт есть на Google Fonts, вы скачиваете. Вернее, вы просто линком и все. Все, что с Google Fonts, вот он, линк, и этого вполне достаточно. Почему? Как и с YouTube, здесь Google дополнительно оптимизирует шрифты. То есть размер файла, который будет грузиться, маленький. Ну, меньше намного, чем если бы вы подключили у себя из своего сервера. Это раз. Во-вторых, ну, вероятность того, что упадет сервер Гугла, крайне маленькая. Я бы сказал даже наоборот. Ваш хостинг падает чаще, чем сервер Гугла. Если вы, конечно, не на Гугле. Если шрифта на Google Fonts нет, вы скачиваете его обязательно к себе. При скачивании у вас скачивается какой-то файлик, чаще всего с расширением TTF, True Type Font. Это файл, который у вас на устройстве будет работать. Ну, там, на Windows, да, на Андроиде. Для веба такой файлик не подходит. Самый оптимальный формат шрифтов для веба, кто скажет какой, кто уже разбирался? WoW. WoW 2, да. Совершенно верно. Вот вы подключаете только один этот формат, и вам вполне достаточно для всех устройств. То есть вам нужно преобразовать ваш TTF в WoW 2, подключить, ну вернее, хранить этот файлик у себя в папочке проекта, подключить через FontFace в отдельном CSS файле, ну опять же, чтобы разделить все это дело. Или если он один шрифт, то можно сверху просто FontFace написать и все. И вот у вас все будет работать. Если шрифт на Google Fonts есть, смело Google Fonts, и не нужно ничего скачивать. Так если у нас шрифты в отдельном CSS, то нам уже импортно тогда делать, получается. Нет, зачем? Вы просто вот здесь вот пишете. Про импорт, опять же, забываем. Мы только что разобрали, почему импорт делать не нужно. Потому что это намного-намного усложняет загрузку всей страницы. Мы просто подключаем шрифты отдельным CSS выше, и все окей. И оно работает. Еще вопросы? По фотошопу понятно, как ним плюс-минус манипулировать? Хорошо, понятно. Так, подождите, а как тогда подключить? Я вот что-то не понял на этом моменте. Если у нас в отдельном файле шрифты подключены, то как мы тогда будем прописывать, ну, в CSS стилях, если мы не делаем импорт? Ссылки на эти шрифты. Ссылки на шрифты у вас хранятся в фонд CSS.
А, мы просто указываем типа семейство Там ну, в нашем директива собака фон CSS Фейс. файле. Font face у вас font CSS. Совершенно Посмотрите. верно. Просто человек спрашивает, как это будет выглядеть в самом фонд CSS в А, середине. ну, Не, я имею в виду не font CSS, как будет получать style CSS вот в данном случае, ну, откуда он будет, если он только в HTML подключен? хорошо, давайте немножко с другой стороны зайдем. Вот этим линком что мы подключаем? Как файл с Гугловский. расширением. Ну, Вов 2, наверное. Неправильно, CSS. Вот этот Ага. линк от Google фонта нам тоже дает CSS. А, все, я уже понял. А Да, я дело в понял. том, что когда отрисовывается страница, HTML одной страницы, да, объединяется в одно целое. Весь CSS, то есть все файлики CSS, объединяются в другое целое. Все файлики JavaScript объединяются в третье целое. И, в принципе, этим мы можем пользоваться и разделять наши стили, скрипты. Ну, HTML он один, конечно, для страницы. А вот стили и скрипты мы можем разделять. Потом в процессе отрисовки они объединяются, ну, виртуально. Для чего TagFix Caption? TagFix Caption используется... Fig Caption это описание картинки. То есть если фигура, вот есть фигура у нас, есть картинка, имидж, а Fig Caption ее описание. Ну, грубо говоря, подпись картинки. Ну, то, что мы с вами сделали. С селекторами разобрались? У кого еще, вернее, кто задастся вопросом, можно ли использовать сложные селекторы? Можно. Селекторы через запятую, с ними все понятно? Вполне. Сетка в фотошопе Ctrl-H или Ctrl-J? Ну, на английское, когда у вас включен вот здесь вот английский язык, английская клавиатура, вы зажимаете Ctrl и та кнопочка, где буква J, либо Ctrl-H. У меня только Ctrl-H срабатывает. Ну, иногда стоит помнить и про другую комбинацию. Вот, я могу, вот сейчас я Ctrl-J нажимаю, а сейчас Ctrl-H. В принципе, работает одинаково. Вопрос Прошу селектора. прощения, по селекторам Да. вопрос можно? Вот по поводу сложных селекторов была рекомендация не использовать селекторы тегов, а вместо них писать селекторы классов. Это все понятно, кроме вот ну, такого некоторого отдельного случая селекторы в таблицах. Вот там очень удобно пользоваться селекторами тегов, а не классов, и вместе с ними использовать там псевдо, не помню, псевдоэлементы, псевдоклассы. Это first Да, first child, child. там last child, nth child и так далее. Ну, они, эти таблицы бывают, зачастую чередуются, как бы четные и нечетные строки и столбцы и так далее. Так вот, вот хорошо, вот мы там я буду переделывать на классы вместо тегов, но как вот стоит называть там четные, нечетные строки и столбцы там, классов? То есть использовать один и тот же класс там, для четных или для нечетных, или каждый уникальный класс для каждого нового столбца? Там, и, то есть как, вот на чем остановиться, где там, на чем остановиться в плане уникальности классов для каждой там, ячейки, для каждого элемента? Хорошо, Ну вот. смотрите, сейчас, на секундочку, я понял вопрос, я, Сергей, скорее всего, Ctrl, Сергей Гусев задает, Ctrl, скорее всего, запал, попробуйте кнопочки тыкать. Вопрос по таблицам. Ну, во-первых, с таблицами
А, и вот, я прошу прощения, там нам сказали, я извиняюсь, что перебил, последняя эта ремарка, нам сказали, что чтение селекторов браузера начинается, по-моему, справа налево, и Право вот, налево, да. собственно, да, собственно, там будет прочитаны все, по-моему, там все теги, которых есть соответствующий, все элементы, в которых есть соответствующий селектор по тегу, и только после этого там будут выбраны какие-то из них, и тогда применен код. То есть это не производительно для, собственно, загрузки страницы, для загрузки CSS. А вот это тоже, если можете, коснитесь, то есть, ну, как бы, чтобы понимать всю подоплеку. Да, Спасибо. смотрите, вот селектор, ну, той же таблицы. Читаем справа налево. Сначала браузер найдет все ячейки, да, все элементы TD вообще на странице. И только потом будет фильтровать те, которые находятся внутри строки TR. Не оптимально почему? Ну, давайте на другом примере. Будут искаться все параграфы. И потом только отфильтровываться только те, которые в диве. Мы усложняем работу браузеру, говоря, что обери все. То есть не skills item, которых может быть минимум, а вот все элементы. Это что касается селекторов по тегу. Да, их нужно стараться их избегать вообще. Не потому, что он там вес, не вес, а потому, что браузер будет искать все элементы P, которые есть в принципе у вас на странице. Потом еще раз по ним проходить и смотреть, а какие же из них лежат в диве. Для браузера это мучительная работа, хоть она для нас и быстро совершается. Поэтому стоит использовать классы. Вопрос сразу, строчка 164 – это селектор соседнего элемента. То есть для, смотрите, элемент, для которого применяются стили, он всегда последний. Вернее, крайний справа, давайте так. То есть здесь color green применится к элементам с атрибутом класс, который равен skills title, но только для тех элементов, которые дочерние к first skill. Все понимают, о чем я говорю? Окей. Пока что да. Вот, Ну, применяются я так стили понимаю, к... Да, слушаю. порядок загрузки вот в этом вопросе класс skills title, там где атрибуты first skill, вначале найдет все элементы с атрибутом класс, значение которого равно skills title, и из Да. них выберет все элементы, Те, у которые которых есть дочерние. first skill. Что-что? Да. Не у которых есть, а которые А, дочерние которые к дочерние. skill. Да. Ну, я понял, но именно порядок срабатывания будет таковым. Справа налево. Все верно. Понятно, спасибо. Браузер заканчивает смотреть на левом элементе, но применяет стили к правому. То есть вот к крайнему справа будет применяться. Тут то же самое. К крайнему справа. То есть мы применим margin left 30 пикселей для skills item и только для тех элементов, у которых есть класс skills item, которые идут после элемента skills item. То есть если перед skills item, перед вот этим каким-то skills item будет еще один skills item перед ним, тогда к нему применится. Не применится в данном случае к первому и не применится к последнему. А, вернее, наоборот, только к первому не применится. Вот. К последнему применится, потому что перед ним есть. Это селектор соседнего элемента, то есть который идет сразу за каким-то. В данном случае
для skills item, который идет сразу после skills item. Вот это есть. Сетка в Photoshop есть. Селектор. По именованию ячеек, да, или таблицы. Да, да, то есть если не так, то как? То есть какова альтернатива и какая лучшая практика? Опять же, вы сами уже в своем вопросе дали себе ответ. У вас там каждая вторая с темным фоном. Правда ведь? Ну, допустим. Да. Так дайте класс там Dark Background. Ну да, многие множественные классы. Вариант реально. А вот там, еще там бывает... Первая строчка существенно отличается, ну и в первой строчке тоже там чередование чуть-чуть другое. Для первой строчки в HTML есть замечательный элемент th. Да. Ну все, то есть у вас получается не trtd, а thtd. Но все равно можно как бы случайно уйти с работы без домой без пальцев за такие дела. Да, да, ну... Давай. Table header, оно же для этого есть. Не, ну то есть это тоже тег получается, это не класс. Да, тоже тег. Ну, table heading, допустим, если вы чисто trtd и не хотите в th лезть, то table не, heading. Не хочу вообще в теги лезть в CSS. Я про это. Table heading, ну, заголовки, или table title. Да, это table header, то, ну, th, а это же тег, это же не класс. Вот. Ну, получается, тег в CSS. Вам что, же что? Никто не запрещает назвать так класс, table heading. А, вас понял. Ну вот, да. Да, 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 да. Все. Хорошо, в принципе, понятно. Спасибо большое. На это. Да. Исчерпывающий ответ. Плохо, вернее, есть ситуации, когда без тегов не обойтись. Тут, ну, хочешь не хочешь, вы с ними столкнетесь. Но максимально да. Надо использовать вот классы. Да, я понял. Спасибо. Так, по верстке вопросов нет? Хорошо, тогда пару минут перерыв и уже вернемся с JavaScript. Пока я готовлю файлики к JavaScript, могу, в принципе, поотвечать и на другие вопросы. Все ну, разбежались чай пить. Тоже правильно.
Так, все вернулись, кому интересно. Есть, хорошо. Сегодня у нас в рассмотрении контекст, объекты, деструктуризация, this. Начнем с объектов. По ходу расскажу. Итак, объекты мы можем создавать тремя способами. Как минимум. Можем через let user. New object. Что такое? Можем. Вот. Что здесь object? Почему оно сработает? Это типа функция конструктор? Да. Откуда она берется? Ну тогда. Вопрос с подвохом. На самом деле нет. Вопрос на понимание. Скажу так. Это весь мой JS-код. Больше нигде JS у меня нет. Данная штука сработает. Третья строчка вполне рабочая. Очень важно, да, глобальный объект JS. Вот этот объект – это глобальный объект JS. Он есть. О нем позаботились разработчики самого языка. Поэтому мы можем так сделать. Можем и вот так сделать. Объявить пустой объект. Тоже можем, тоже закон. И третье. Вот. Тоже можем, потому что мы написали, что оно будет работать. И как оно должно работать. Это создание объекта. По этим трем шагам, ну это минимум, да, мы там еще путем преобразования, через Object Assign, создание нового. То есть в процессе работы других методов и функций тоже могут создаваться объекты. Но сейчас не об этом. Это вот три самых простых, грубо говоря, способа создать какой-то объект. Давайте разберемся с функцией конструктором, вот это User Profile Builder, который написали мы. Все видят, что это функция с параметрами, и мы указали параметры по умолчанию.
Что выведет вот здесь мне в консольку? Unnamed. Да. Я здесь. И нам бы подключить еще. Вот теперь точно выглядит. Undefined. Почему undefined? А вот так вот. H is not defined. Ага, все правильно. User. А так 0. Почему не выводит unnamed? А, не на секундочку. Какая именно функция? Седьмая строка. Ну, потому что мы создаем объект. А, извините. Да. Не, говорите. Ну, поле объекта с нижним подчеркиванием, потому что нижнее подчеркивание. Кто нам говорит нижнее подчеркивание? Ну, о том, что это внутреннее свойство объекта, которое желательно не изменять, типа пользовательское. Приватное свойство. Да, приватное свойство, с ними не все так просто. Хорошо, что вы это понимаете. Если кто-то не понял, почему, перечитайте документацию. К приватным свойствам просто так не доберешься. Для них нужно сеттеры и геттеры отдельно создавать. Так, уточните, седьмая строка. Функция User Profile Builder, если мы используем ее с ключевым словом new, превращается в функцию конструктор, которая собирает нам объект из тех полей, которые мы указали внутри нее. Да, но так. Локальная переменная нет, это не просто локальная, она становится полем объекта, но приватным. То есть если я верну нижнее подчеркивание и выведу просто юзера, то поле name у нас будет. И оно будет unnamed со значением. Можно сказать и ООП уже по чуть-чуть. Раз мы работаем с объектами, с конструкторами, но на самом деле, насколько я понимаю, да, это вот начало работы с объектами в JavaScript. Вот, поле name у нас есть, оно приватное, да, к нему, у него есть значение named, но, к сожалению, получить мы его просто так не можем. Или к счастью. Так, контекст is this. Что такое контекст в общем понимании? Контекст в общем понимании – это область или окружение, в котором производится выполнение кода. Есть глобальный контекст, то есть это, грубо говоря, весь JavaScript. Можем получить через нижнее подчеркивание. Но у нас-то поле name. Получить через нижнее подчеркивание мы можем приватное поле и вывести, но не все так просто. Не стоит так никогда делать. Вот что я скажу. Контекст есть? Да, приватные будут с нижним. Но в том-то и дело, что использовать приватные поля без сеттеров, геттеров и вот так вот их выводить, это неправильно.
Вот в чем вся штука. То есть тут и вы правы, и приватные с нижним подчеркиванием, да, но они должны использоваться так внутри. А для вывода, для получения изменения мы должны использовать стандартные вещи, без подчеркивания. Тут скорее создатели JavaScript не правы, что они дают возможность доступиться до приватной перемены через точку, ну вот, user точка и приватная перемена, потому что в других языках такое... Ну, на то он и JavaScript. Тут уже никуда не поденешься. Как понять, какие объекты приватные? Мы сами решаем. Вот если нижнее подчеркивание перед названием в конструкторе, то это приватное. То есть вот в 13 строчке я написал this. Нижнее подчеркивание name. Значит, я захотел, чтобы поле name было приватным. По умолчанию они никак не делятся. Разработчики сами их разделяют на приватные или неприватные. То, что разработчики JavaScript многое проигнорировали, ну что ж, с этим приходится только смириться. Ту же динамическую типизацию, от которой они сейчас пытаются уйти. Хоть как-то. Контекст. Это окружение, в котором выполняется код. Давайте смотреть издалека. Вот седьмая строчка. В каком окружении выполнится? В глобальном. То есть, да, фактически. Давайте смотреть. This — это ключевое слово. И им можно передавать тот самый контекст. В данном случае мы, вот шестая строчка, глобально используем переменную. Ну, строчка написана глобально. Поэтому в данном случае this у нас будет window. Правда? Правда. То есть у нас true. Все окей. This всегда привязывается к контексту, то есть к окружению. Если мы пишем this внутри функции, оно сработает при вызове функции. То есть в восьмой строчке мы вызываем функцию userProfileBuilder. Соответственно, этот this будет живой, скажем так, оживет только в восьмой строчке и привяжется к контексту вызова. Что в восьмой строчке будет означать this и вообще какое окружение? То есть будет срабатывать окружение функции. Вот здесь вот в фигурных кавычках. И когда мы вызываем конструктор, то вот этот вот this name превращается в user name с каким-то определенным значением. Ну, с каким мы уже вот здесь вот указали. То есть если мы задаем юзера, то будет Вася. Если не задаем, будет unname. То же самое происходит и с age, с переменной age. Она трансформируется в user age. И вот в данном случае мы можем законно утверждать, что у нас this равно user. Если this в шестой строчке, если код
шестой строчке выполняется в глобальном окружении. This – это window, приравнивается к этому делу. Если мы выполняем в восьмой строчке код, и у нас где-то внутри указан this, он будет тождественен юзеру. То есть привязывается к контексту выполнения в данную минуту, секунду и так далее. На данном этапе выполнения кода. Кто все еще понимает, о чем я говорю? Фифти-фифти. Давайте рассмотрим ту половину, которую вы не понимаете. Я, честно говоря, просто пропустил приватное свойство объекта. Я как-то на моем этапе обучения совершенно, я впервые сегодня вообще услышал о таком. А, вот с нижним подчеркиванием? Да, я, честно говоря, для меня сегодня это было, ну, что-то новое вообще. Ну, возможно, там где-то на базовом это не так актуально, на базовом JavaScript, но в нем нет ничего сложного, это тоже поле, ну, просто, скажем так, доступ к нему немножко ограничен, и тут уже нужно сеттеры и геттеры использовать. Ну, все же понимают, о чем я, да? Не очень. А что такое сеттеры-геттеры? Хорошо. Это функции. Да, это методы объекта, которые помогают. Ну, тут не функции не пишутся, конечно. Здесь мы переходим... Я немножко перемещу все это дело. Так, что я делаю? Что я делаю не так? Стоять. Пам-пам-пам-пам-пам. Да, это функции. Ну, они пишутся внутри объекта. Если у нас будет, давайте, давно не писал про объектики. Окей. Та-та-там. Это методы, которые позволяют нам устанавливать значения. В данном случае, допустим, у нас есть поле name. Вот в таком вот варианте. Там, видимо, подчеркивает, потому что нужно нижнее подчеркивание написать, там где set. Там как раз не нужно. Не нужно там ничего не писать. Почему? Потому что setter и getter
именуются без, так, то есть, смотрите, на самом деле не то чтобы не генерируются автоматически или генерируются. Так, давайте я все-таки перепишу это на юзера. Так. Поля через запад. Там. Сейчас мы постараемся сделать все верно. 0. А что, что нужно делать? Да, совершенно верно. Ничего не забыл. Name is not defined. Изнутри конструктор. Тут я согласен. Вот эту строчку. Вот, все. У нас есть объект. У него есть поле age, а также два метода set и get. Это зарезервированные слова, такие как is, is. Чего они делают? Setter помогает нам получить, вернее, setter изменить значение поля name. Getter получить. То есть приватные свойства, вот они через нижнее подчеркивание, все у них есть. При этом мы можем вызвать спокойно юзер. Давайте консольку. Вот, вот, вот. Username. Undefined. Ну, логично. Давайте сначала мы его установим. Назад. Name равно. Где наш Вася? Вот он, Вася. В 18 строчке мы вызвали работу сеттера, в 19 вызвали работу геттера. Сеттер и геттер – это два метода объекта, которые ручками вписываются. Если мы пишем просто вместо вот этого дела name какой-то, то сеттеры и геттеры в принципе срабатывают самостоятельно где-то там на подкорочке. Поэтому если мы пишем просто name, все окей. А если у нас поле приватное, и мы не хотим ему там позволять напрямую, да, или как-то, можем через setter и getter. При этом set name и get name
Но в других языках программирования, возможно, вы бы это назвали перегрузкой функции и так далее. Ну, там, где ООП, понятно, сеттеры и геттеры, не везде сеттеры и геттеры. Но ноги идут оттуда. А, извиняюсь, хотел добавить, что вот очень удобно использовать сеттер в случае, когда нужно отслеживать изменения значения вот чего-либо там, какой-то переменной на странице. Если там она изменилась, то вот, ну, чтобы что-то произошло, то есть чтобы был обработчик этого события, то, соответственно, это делается через сеттер. Очень, очень классная вещь. Совершенно верно. То есть вот здесь вот внутри мы можем, это же функции, по сути, можем писать чего угодно. Поле не нужно добавлять. Ну, мы поле добавляем вот здесь, вот, в сеттере. JS под капотом ее объявляет. Да, ну мы ее сами объявляем, написали this name, все. Опять же, возвращаемся к this. Когда мы в 18 строчке пишем name, вот здесь вызывается работа функции this name, которая принимает нам нашу Васю. И заходя внутрь, то есть мы уже, скажем так, в контексте выполнения метода, здесь this приравнивается к User Profile Builder, и, соответственно, вот этот this будет User Profile Builder. У this есть, мы сказали, что есть поле name, приватное, которое будет равно вот этому делу. Ну, фактически там. Да. Видите, даже не хочет у меня. Говорит, я бы, может быть, и смог, но точечка мне мешает. Поэтому все объявления и так далее идут у нас внутри сеттера. То есть здесь сеттера мы устанавливаем, что такое поле есть, и вот откуда ему брать значение. Например, если в объекте поле с... Сейчас. Так, вопрос по поводу контекста. Например, в объекте есть поля с примитивными значениями. Ну, допустим, вот. Хорошо, я сейчас немножко перепишу все это дело. H поле с примитивным значением. И есть метод show H, который нам выводит H. Ну и как бы сами ответили на свой вопрос. Вот в методе show name получить доступ. Секундочку. Ну что, не... А, там еще и actions есть. Окей, давайте по-другому. Вот так, что ли? Ну, судя по синтаксису, да. Анна. Ой, да, извините. Нет, не такой синтаксис. Там actions, оно как объект. То есть есть, да, поля с примитивами, вот и есть поле объект, в котором вот и есть метод showName, да, или showAge, пусть, и надо достучаться вот к полю, которое как бы главное, ну, в главном объекте, в основном, как в основном. Потому что тут получается контекст в showAge, ну, контекст actions получается, а не вот user profile builder. Так, это внизу. Это перед Васей. Undefined JS 18.
Как достучаться здесь, когда есть поле? Ну, совершенно верно. У нас контекст будет actions. Для передачи, объединения и так далее и тому подобное есть такая штука, как bind и call для передачи контекста. Что это значит? Давайте сейчас зайдем на мою любимую страницу. А, callable, прошу прощения. Где наша? Функции call и функция apply. С указанным this. То есть, что нам здесь говорится в примере? Используя где-то мы, call и apply, мы можем передавать контекст. В данном случае у нас show age назад. Мы берем actions show вот сюда, да. Вызываем show age. Дальше используем метод, допустим, apply. И передаем чего? Давайте скоро. У нас получилось 0. Вот он, пожалуйста. Мы что мы сделали? Во-первых, мы добрались до action, вызвали у него метод showAge. Но вы правильно заметили, в данном случае контекст выполнения будет на actions. Соответственно, нам нужно передать другой контекст в этот метод. То есть фактически привязать его к User Profile Builder. Для этого то существует... То есть получается только call, bind, apply вот этими, да, только этими методами. Больше никак нельзя обойтись, никаких нету там лайфхаков. Может, как-то можно по-другому передать. Ну, не знаю, как-то может можно было. Ну, я поняла уже, значит, никак, только через этими методами и все да, получается. Bind, call, apply будет работать bind, он тоже привязывает контекст. В принципе, здесь тоже все сработает. То есть все методы передачи контекста будут работать. Но это самый простой вариант, как это все сделать. На практике вообще таких нету примеров, да? Ну, редко встречаются такие случаи, да, что надо вот на так. На самом деле нет. Почему? Ну, смотрите. На практике есть, скажу больше. Если мы разговариваем о JS, как это, ну, Native JS, там, никуда дальше не лезем, таких случаев мало. Когда вы дойдете до React'а, вы увидите, что там каждый второй случай нужно перепривязывать контекст. И там, грубо говоря, без метода bind уже не обойтись. Грубо говоря, биндить будет все. Ну, там каждый второй случай у нас много объектов в React, да, будет. У каждого свои методы отслеживания и так далее. И нужно будет перепривязывать контекст. Нет ничего страшного в том, что вы используете тот же call или apply. В принципе, они для этого и созданы. Понятно, спасибо большое. Боже, опять смотрите, почему у вас вопрос? Если вы слышали про методы call и apply, значит, невнимательно смотрели. Вот ответ как раз в примерах на ваш вопрос. То есть функция, которая
привязывает контекст выполнения animals, у которых есть свое. Это не страшно, нормально, еще раз повторить тоже не будет лишним. Так, с этими вещами мы разобрались, я надеюсь. Так, полин, так, с этим есть, да, да. По контексту прошлись. А почему нельзя просто в объекте сделать свойство name null, а затем username равно Вася? Не на можно и так. Зачем гетеры, сеттеры и конструктор? Гетеры и сеттеры, вот эти вот вещи, они не зачем, они просто есть. Вы можете обойтись и без них, если просто задать действительно поле name со значением null, там, допустим, да, и работать дальше. Если вы хотите работать с приватным полем или отслеживать что-то при изменении поля, то есть для, вот, поле name для вас важно. То есть оно какое-то очень важное, там хранится очень важная информация. Представьте себе вашего друга, которого вы знаете по имени. Он сменил имя, а вам не сказал. И будет очень глупая ситуация, когда вы его будете называть старым именем. А у него уже новое. А он даже обидеться может. Так вот, в сеттере можно спокойно указать. Вот здесь еще... там какой-то метод полнина. Когда ваш друг меняет имя, он вам еще и звонит и говорит: вот теперь меня будет звать не Вася, а Петя. Все. И вы знаете, и друг спокоен, и путаницы не будет. Ну, собственно, вот еще для чего можно использовать сеттеры и геттеры. Конструктор нам нужен для создания чего-то нового. Конструктор – это, как правило, функция, которая нам создает что-то новое. Ну, объект в данном случае. Опять же, чаще всего это объекты. Так, вопросы еще. У нас там по темам деструктуризация. Давайте о ней. Зачем это нужно и почему это хорошо? У нас есть. Так, у нас сейчас много чего. Может, не все работает. Сейчас. Отлично. У нас есть объект, у которого есть age и name. И, допустим, есть функция, которая получает и выводит поля объекта. Как это можно сделать? Давайте так. Мы знаем, что есть только два поля. Age и name. Вот работаем с ними. Два поля. Age и name. Мы знаем, что они есть. Как мы можем получить эти два поля? Ну, во-первых, мы можем передать сюда объект. Нам нужно передать, чтобы мы с ним работали. Я даже его вызову. Передам сюда наш объектик. И будем отслеживать результат. Пока функция ничего не делает. Как получить поля объекта? Хорошо, все молчат, я поработаю. Сигнал for in. For in нам можно, да, если мы не знаем. Он как раз... Применить деструктуризацию в параметрах. Вот. В принципе, да, если мы не знаем. То есть можно и так.
Окей. Она мне выдала там сразу большой набор с проверками. Собственно, вот они выводятся. 0 и Вася. Foreign. Окей. For often. И объект not iterable. Не хочет. Вот они, ключи есть, хорошо. Но если таких функций много, и каждый раз передавать объект, и каждый раз обращаться к объекту, его трогать, дергать, переворачивать, очень неудобно. Представьте, что вы этот объект получаете где-то с внешнего сервера. И дальше вам каждый раз нужно к нему обращаться, чтобы получить его поля. Очень и очень неудобно. Что такое деструктуризация? Это как раз и есть получение тех самых полей. Если мы знаем, что нам нужно поле age и поле name, мы можем не туда. Мы можем получить эти два поля с помощью деструктуризации. Как проходит деструктуризация в объекте? Есть еще в массиве, но то отдельная штука. Работает она так же, там скобочки только другие. В массиве тут ставятся квадратные скобки. Итак, мы пишем фигурные скобки. Что они означают? Что из объекта мы хотим что-то получить. То есть мы объявляем переменные. Let или const, неважно. Мы объявляем, что переменные, которые мы получаем из объекта, об этом свидетельствуют фигурные скобки, и внутри мы пишем, какие именно поля объекта мы хотим получить. Дальше пишем присваивание и user profile builder, то есть название, имя нашего объекта. Фактически присваивание берет объект, вытягивает из него поля, которые нам нужно. И дальше мы их уже используем как простейшие переменные. Чем это хорошо? Мы не дергаем объект каждый раз. То есть нам не нужно работать с какой-то большой структурой данных. Мы работаем с примитивными значениями, в данном случае это 0 и 0, ну там 0 и Вася, то есть цифра и строка, примитивные значения. С ними работать легко, просто, удобно и так далее. И для того, чтобы все заработало, мне нужно еще вот здесь. Вот тот же самый результат, но мы перешли от манипулирования большим сложным объектом к манипулированию двумя простейшими по типу данных переменными. Это вот вся суть деструктуризации. Вопросы? Важно, чтобы вот эти переменные, если объект состоит из объектов, ну, давайте, ну, то мы добираемся. У нас получается, давайте я попробую добраться до show age. Да, у нас есть... actions, и вот поле actions у нас тут уже show age.
Если объект состоит из объектов, мы добираемся по всей структуре. Ну вот он, show age, вот она, функция вывелась. Здесь ошибка, потому что я удалил отсюда age наш. Если объект состоит из объектов, мы дублируем структуру, то есть мы указываем, откуда конкретно нам нужно взять значение. Как правило, такие, ну, вы будете точно знать, откуда вам нужно взять значение. Но при этом вот здесь у нас show age уже полностью самостоятельная функция, и ничего нам, мы ее можем просто вызвать, не обращаясь ни к объекту, ни к полю, без привязки к контексту и так далее. Ну, единственное, что она нам не выдаст ничего, потому что здесь this, но то ничего. Зато она сработает. Вот. Если у нас, давайте еще вот так вот сделаем, age, name, чтобы вообще все работало. То есть мы при деструктуризации получаем все поля age, name и show age, которые находятся внутри экшенов. Понятно. С контекстом, this и так далее, я думаю, разобрались. Я очень надеюсь, что вопросов теперь станет намного меньше. А мы могли добраться до show age, если бы просто, ну, написали user profile builder, да, и точка, точка actions, вот так добраться? Можно было бы в такой способ? Нет. Нам важно, чтобы названия были, вот здесь названия переменных назывались так же, как и поля объектов. Ну, добраться вот здесь actions, если здесь actions дописать. Да, да. Ну, так можем, но тогда мы h и name не получим. Не, ну я понял, я просто уточнил. Да, да, ну, в этом плане да. Если мы тут пишем actions, то есть мы работаем с объектом actions уже, ну, с внутренним объектом, тут же штука какая. Если пишем так, мы работаем с верхним объектом, ну, и глубоко не лазим. То есть мы его взяли, из него мы можем все получить. Но если тут указываем actions, тогда вот эти две переменные уходят в никуда, но мы можем просто написать show age. Да, так мы можем. Давайте я ниже перепишу. Второй вариант. Вот, тогда вот эта штука нам не нужна. И вот этого тут ничего нет. Вот, да. В таком плане мы можем сделать. То есть либо-либо. Он напишет сейчас, да, redeclaration. Давайте это. То есть вот в таком формате. Но если мы хотим получить все поля из вот этого вот большого объекта, то нужно указывать структуру. Здесь нет ничего страшного, если мы... Давайте, ладно. Пожалуйста, параметрами деструктуризация. Вот. То есть что мы тут делаем? Ну ладно. Мы передаем те же две переменные, но просто мы их, скажем так, вынимаем из объекта не раньше, а вот здесь. Но передаем все те же две переменные. И у нас...
Так, давайте я ошибочку немножко уберу, она меня смущает. Вот, у нас все то же самое получается. Не все. Так, так. У нас та же деструктуризация и, в принципе, все то же самое. H and N. Единственное, почему undefined. Так, сюда. Сейчас лишнее позакомментируем. Так, так, так. Пятьдесят пятый. Что у меня зараза скобки доставляет? Но фактически, да, деструктуризация – это вот такая вот, ну, наоборот, я извиняюсь, это я немножко ошибся, деструктуризация идет вот здесь, вот внутри, запутался синтаксисом, прошу прощения, Маргарита и всех остальных. Да, деструктуризация идет параметрами. Что здесь подразумевается? Опять же, по той причине, мы передаем объект. Но чтобы внутри метода не колупать весь объект и 10 раз не докапываться к его полям, мы их сразу переводим в простейшие переменные, ну, простейшие, примитивные с точки зрения контента в них, содержимого, и работаем уже с примитивными переменными. Вот 0 и 0, все работает. То есть если мы знаем, что нам передается в качестве параметра в объект, мы его можем деструктуризировать и уже работать с конкретными значениями внутри, чтобы каждый раз не обращаться к объекту, не искать в нем поле, не требовать у него значения этого поля. Вот, это тот самый случай. Передаем объект, но внутри, вот здесь принимая, сразу же деструктуризируем и работаем внутри уже с полями, как они есть. Работать с примитивными значениями намного проще и быстрее, чем со сложными конструкциями. Поэтому так и делаем. Ответил. Я надеюсь. Да, все, вот. Вопросы. Зачем нужна деструктуризация? Я думаю, всем понятно, да? Чтобы упростить себе работу и себе, и вашему приложению. Потому что работать с примитивными значениями проще и быстрее. Контекст – это окружение, в котором выполняется код. Глобальное, внутри функции. This привязан к контексту. Property H is undefined. Вот здесь ошибка. Скажите, где он ищет этот H? Ну, причем он говорит, this is undefined. Пытается найти вот этот this, к чему он привязан, но не может. Контекст.
контекст, объекты, конструкторы, сеттеры, геттеры, деструктуризация и куча умных других слов. А объект у нас создан? User Profile Builder? Да, на самом деле он создан, вот он есть, но когда мы деструктуризировали это все, когда мы получили вот эту функцию частяком, то есть вырвали из объекта, this уже никуда не ссылается. Вот в чем вся штука. То есть я его здесь получил отдельно, и он уже никуда не ссылается. Тот this. Ну, это и есть ответ. Ну, да, да, да. Я же об этом говорил. Вот. Вопросы еще есть, ребят? Всем все понятно? Поднимите руку, кто доволен, кому все понятно. Спасибо, мне тоже было приятно с вами работать. Хорошо, отлично. Если вопросов больше нет, тогда на сегодня все. Смотрите, многие темы, ну я на будущее, и тем, кто будет смотреть это в записи, многие темы мы уже разбирали, там по верстке, по JS, методы массивов и так далее. Если у вас все еще остались вопросы, пересмотрите субботние вебинары, они есть в записи. Сначала пересмотрите. Мы будем делать опросы по темам, потом пишите, что вас эта тема волнует. Мы не будем разбирать повторно какие-то темы, но у вас всегда будет возможность написать куратору или ментору и получить ссылочку на запись вебинара по нужной вам теме. Тогда все. Всем спасибо. Успехов вам в вашем легком труде. Спасибо вам за сегодня. Сегодня было хорошее занятие. Спасибо.